я не знала, что это такое. У меня не было знаний об этом энергетике никаких. Это сегодня я уже что-то имею. А тогда не было. И я так беззаботно уехала. Ведь ад есть невежество. Меня зовут Лилия Ламсадзе. Мне тогда было 39 лет. И работала я всю жизнь, закончив университет, работала всю жизнь журналистом. Меня распределили в БелТА, это белорусское телеграфное агентство. Вот от БелТА я и поехала в Чернобыль. И в тот же день вечером пошел дождь. И многие люди гуляли на улице и были. Этот дождь был самый страшный, самый коварный. Это был кислотный дождь такой, радиоактивный. Я была там еще, когда были эти машины, все там было. Детские сады, вот эти заправленные постели, куклы в окнах, все это еще было. А когда приезжала уже через несколько лет, там уже ничего не было. Поэтому, ну что Припять, пустой город. Я помню свадьбу, удивительно. Люди вернулись туда и сыграли свадьбу. И вот Днепр течет, кругом, казалось бы, вот катастрофа, но цветет сад, и они едут, цветут сады. Настолько красиво все было, удивительно. Я подумала, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Но просто мы должны поклониться этим пожарникам. Если бы не они, нас не было, мы бы сегодня не разговаривали с вами. Вас тоже не было бы. Я Шаври Иван Михайлович. Потом, после этого выброса, произошел взрыв. Внутри взрыв один прошел, потом второй. На третий взрыв произошел. Я уже выбежал на пятнах фасад. У меня на глазах уже произошел третий взрыв. Ну, где-то через минут пять мы выехали, три хода машины, выехали на тушение атомной станции. Ну, никто не знал, что мы останемся живыми. Как получилось потом, при выпуске я получил 500 рентген, там занятия. Нам говорили, что смертельная доза – 100 рентген. Вы представьте себе, 30 лет, да? У меня не было бы месяца, чтобы не снилось, что я с этими же ребятами на станции. Июнь месяц, где-то 18 или 21, ко мне пришла профессор в палату Шамардина Александра Федоровна и говорит,
я уже пришел к памяти, уже температура, так сказать, спала. Говорит, сынок, поздравляю тебя с днем рождения. И я говорю, какой день рождения? Я родился зимой, в декабре. Она говорит, сынок, ты будешь жить. Значит, встретила женщину, она маленькая такая, худенькая. Я говорю, бабушка, почему же вы не уехали? Она говорит, а что меня ваша рация? Я немцев пережила. Ну, я боюсь войны. Я боюсь войны. Ковальчук Александр Михайлович, с 30-го года рождения, живу в Гриднях, я живу. И взорвало, когда взорвало 80, это, мне было, ну сколько, 50 лет. Нас, во-первых, последних отселяли. Представьте, люди отселяют, скорые помощи, автобусы, а я привязываю букет. Ну, какое настроение? Мне крутили у виска. Крутили. А там пошли посмотрели, что мне лучше, давай съезжаться. Я же говорю, только я жил, и это сосед. И все. Больше никого, пустая деревня, собаки, коты. Ну, деревня-то, даже деревня вообще была хорошая. Ночь спевали, молодежи было сколько, 150 дворов было. Я одя выйду, и кура своя, и лес свой, все свое, мне интереснее. А в норовле что, сядь и сядь, никуда, куда я пойду калекам? Проверяли, специально проверяли, негодно все. Ну, в основном, мы деньги ели, покупали. Корову держал, там одну держал, так что мы выливали, просто выливали свиньям, да. Другая большая проблема заключается в продуктах леса, скажем, в дарах леса. Грибы, ягоды, мясо диких животных. Вот это сейчас самая главная опасность. И к тому же это все очень быстро распространяется по всей республике. Меня зовут Нестеренко Алексей. Я директор Негосударственного института радиационной безопасности «Белрад», который находится в Минске. На момент аварии мне было 12 лет. Что, и когда мы говорим о последствиях для здоровья, самое страшное, что существует, это генетические последствия. И специалисты, они прогнозируют, что наибольший ущерб здоровью будет у, так называемых, у внуков детей Чернобыля. Заболевание Полины так или иначе связано, я считаю, что связано с аварией на Чернобыле. Потому что мама ее с 86-го года родная. Взять ребенка из детского дома нам с мужем хотелось давно. Но пока росли свои маленькие, потом родилась у меня дочка с тяжелым генетическим заболеванием. И я не имела физической возможности, мы не могли просто взять ребенка. И когда случилось несчастье в 2011 году и не стало моей Полины,
жизнь потеряла всякий смысл. И идя на собеседование, очередное собеседование по устройству на работу, я почему-то свернула в сторону детского дома. Просто муж говорил, что это, наверное, дух нашей дочки привел нас туда. И мне рассказали, что у них есть девочка с тяжелым заболеванием, и очень-очень нужна семья. Наступил тот долгожданный момент, когда мы с ней увиделись. Вот заходит малюсенькая девочка, крошечная такая. Я смотрю на нее и думаю, это же моя, это моя дочка, что она здесь делает? И когда мы остались один на один, она меня спрашивает, ты зачем сюда пришла? Ты меня как хочешь усыновить? Навсегда или на время? Я говорю, ну вообще детей берут, на время не берут. Она говорит, можно ты тогда будешь моей мамой? Меня зовут Елена Борисевич, я мама, я приемная мама Литвиновича Полины. Да, я счастлива, потому что у меня есть семья, друзья, школа, все, что надо ребенку. Я бы сказала, что не надо унывать. Есть всегда в этом какой-то плюс. Надо верить в чудеса. И когда человек хотя бы хоть какой-то период проживет в чистой зоне, может, больше у него будет шансов, особенно у детей, что они сформируется их организм, и они будут здоровее, и потом они родят более здоровых детей. Estamos hablando de unos niños que necesitan un tratamiento de sanación, que necesitan salir de la zona radiada. Hay que darles una esperanza de vida. Según estadísticas, por cada periodo de 45 días que se acoge a uno de estos niños, pues debido al clima que tenemos, a la alimentación y al ser todo tan limpio, pues prolongamos su ciclo vital. Solo el hecho ese de darle vida a un niño fue lo que nos impulsó a iniciar la primera acogida. ¿Qué me ha aportado a mí? Es que si yo te empiezo a contar qué me ha aportado a mí la acogida, no podría tener tiempo para terminarlo. A mí me ha enriquecido en todos los aspectos de mi vida. Ha dado otro color a mi vida. Si en mi vida faltaba algún color, ese lo ha aportado la acogida. Es como cuando vas a ser madre nuevamente, esa sensación de espera, de inquietud, de verle la cara, de cómo va a ser, cómo va a encajar, cómo nos vamos a comunicar. Chernóbil es una historia que ocurrió y que fue una tragedia del pasado, pero que es una realidad en el presente. No podemos condenarles al olvido ni al silencio. Es necesario seguir acogiendo.